Домогарова перестали узнавать, что случилось с актером. 54-летний актер, звезда фильмов «Марьина Роща» и «Волкодав из рода серых псов» вызвал своим видом бурную дискуссию в соцсетях. Звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого» 54-летний Александр Домогаров уделил своих почитателям внешним видом. Певица Катя Лель выложила совместный снимок с артистом. На нем Домогаров выглядит постаревшим и уставшим. Многие узнали его лишь благодаря подписи под снимком. В итоге между фанатами завязалась дискуссия по поводу внешнего вида Домогарова. Это годы взяли свое. Просто неудачный кадр, актер злоупотребляем спиртным, а может и вовсе болен. Напомним, что в 2016 году ходили слухи, будто актер перенес инсульт. Зачем вообще надо было фотографироваться, себя показать? Домогаров хороший актер, и какие бы с ним ни были проблемы, это его дело. Себя показать? Старый или молодой, неважно. Главное, любимый актер, который дарит зрителям много радости, счастья, удачи и здоровья каждому из вас. Пора бы уж и завязать с алкоголем в его-то возрасте, а то и уж узнавать-то его перестали. Что, отсутствуют зубы? Нехорошо фоткать тот момент, когда человек еще не доживал вкусняшку. Может, не ожидал Александр фоткаться и за часон свой привычный не навел? Вполне нормальный прикид, тем более он не любит о своей жизни распространяться. Вполне нормальный и красивый мужчина своих лет без грима. На все эти нападки отреагировала сама певица. Люди, дорогие мои, очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением. Посмотрите на себя в зеркало. Вы идеал? Или вы молодеете и не меняетесь годами? Будьте добры и разумны. Благодарю, если услышите меня. Написала в комментариях к фото Лей. Российский актер Александр Магаров удивил поклонников. Совместное фото, которое разместила певица Катя Лель, стало причиной бурной дискуссии в соцсетях, передает Софткор. По мнению большинства пользователей, на нем Домогаров уставший и постаревший. Более того, многие узнали полюбившегося актера лишь благодаря подписи. В результате между поклонниками началось обсуждение по поводу того, как выглядит Домогаров. Версии были самые разнообразные – возраст, неудачное фото, злоупотребление спиртным, болезнь. Тут же пользователи вспомнили об информации, появившейся в 2016-м. О том, что у актера был инсульт, по мнению некоторых, неважно, как выглядит на вечеринке Домогаров, потому как он все равно остается хорошим актером. Защитники заявили, что актер выглядит нормально, да и вообще, он красивый мужчина без грима. Однако нашлись и те, кто предположил, что его не узнают, потому как он злоупотребляет алкоголем. Заодно пользователи поделились подозрением, что у Домогарова отсутствуют зубы. Кто-то из пользователей высказал мнение, что фотографу не надо было делать кадр, пока человек не доживал. 54-летний актер на днях встретился с Катей Лей. В последнее время актер практически не дает интервью и редко выходит в свет. Иногда он рассказывает о себе с помощью соцсетей. Так, в сентябре прошлого года актер принял участие в съемках картины «Жизнь после жизни». Тогда Анна Семенович поделилась пикантным фото, на котором лежит в постели с Александром, повторяя текст. Однако через пару недель он пожаловался поклонникам, что сильно заболел, а его сын даже не справился с его самочувствием. На днях артист вновь мелькнул на снимке в сети. На этот раз он повстречал на мероприятии, посвященном юбилею Ольги Кабо, Катю Лей, и она поделилась на своей страничке снимка со звездой. В кадре певица облачена в черном элегантном платье, а Домогаров в темные джинсы и джемпер с рисунком. Поклонники восхитились образом Кати, а вот актера не все узнали с первого взгляда. Многие отметили, что он изменил прическу, а также постарел,
и выглядел болезненно. «Катя, роскошно выглядите!» К сожалению, Домогарова не узнала. Немного постарел Домогаров, а молодой был такой симпатяга. «Вы потрясающие!» «Здоровье, Домогаров!» «Ой, его не узнать! Что с ним?» Стали комментировать фото подписчики. Многие всерьез обеспокоены тем, что Александр редко появляется на публике, и предлагают, что у него может быть проблемы со здоровьем. В последнее время Александр Домогаров часто советуется со своими подписчиками в социальных сетях, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации. В этот раз возник конфликт у знаменитости с прислугой, которую он взял на работу к себе в загородный дом. Домогаров просит совета. Как бы вы поступили с людьми, которых вы позвали на работу, дали им крышу, устроили их ребенка учиться, дали бы полную свободу, и они бы вам закатили истерику, при том, что вас по полгода нет дома? Я очень жду ответа и комментариев. Коллега по театру, актриса Ирина Климова высказала свою точку зрения. Ставь на место. Людям свойственно забивать, что для них делать. Напомни, что они получили и что потеряют, если лишаться того, что имеют. Времена непростые, глядишь, мозги на место и встанут. Все, без исключения подписчики, поддержали Александра Домогарова. Вот только несколько откликов. Выгладить неблагодарных и не портить себе нервы в своем же доме. К сожалению, немногие люди ценят то, что имеют. Это просто возмутительно. Как так можно? Вы с душой к людям? Вот правда говорят. Не делай людям добра, не получишь зла. Александр Юрьевич, не накручивайте себя. Вы замечательный и добрейший человек. 54-летний народный артист проживает один в загородном доме. Официально Александр Домогаров не женат. Но от второго брака у него есть взрослый сын, Александр Домогаров-младший. Не так давно известный актер жаловался, что простыл, а сын даже не навестил отца. Но между родственниками нет конфликта и разногласий. Просто Домогаров, в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, ведет в своей страничке Instagram, Facebook, где чаще всего активничает Александр Домогаров. У него больше 7000 подписчиков. В конце 90-х и в начале 2000-х Александр Домогаров был очень востребован, много снимался и по праву имел звание секс-символа в кино. Но сейчас актера не так часто можно видеть на экране. Более того, бывают случаи, когда актера поклонники просто не узнают. А недавно началось серьезное обсуждение того, что у 54-летнего актера совсем не презентабельный вид. Причиной этому послужила фотография, сделанная певицей Катей Лей и выложенная на свою страницу в социальной сети. На снимке она находится вместе с Домогаровым. Сразу же после публикации фотографии начали активно обсуждать. Многие заявили, что если бы певица не написала, с кем она запечатлена, то они бы ни за что не догадались, так плохо выглядит Александр. При этом одни заявили, что актер изменил свою внешность специально для роли, другие выдвинули гипотезу о болезни бывшего секс-символа. Но есть и те, кто заявляет, что Домогаров просто постарел, что это вполне нормально и трагедии из этого не нужно делать. Бывшая любовница актера заявила, заявить-то заявила, но при этом выглядит жалко. Плохой любовник Домогаров или женщина, терпевшая плохой секс годами. На мой взгляд, жалкой курицей в этой истории выглядит баба. Домогаров, может, и не орел в койке, но свое удовольствие там получал, раз в нее ложился. Терпила женщина, которая настолько себя не уважает. Даже если вы были настолько морально слабы, что застряли в отношениях, где вам было плохо, не стоит орать об этом на каждом углу. Вас, возможно, и пожалеют, но уважать не будут. Терпил не уважает никто. Если к вам плохо относились, если ваши бывшие были уродами, напойте и разотрите, забудьте. А главное, никому об этом не рассказывайте. Но разве что мне, в комментариях.